Йо, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем родить группу под названием Shallow Knight за жнеца. Я буду его называть жнецом, потому что для меня это жнец. То, что мы собираем души, мы собираем свою банду злодеев, так сказать. Ну что, мы, как я понимаю, наша база, в которой мы у нас будет все проходить. Поэтому погнали исследовать. Окей, это чувак с черепо, как я понимаю. А здесь я смогу получить деньги. А, даже так? Подожди, может... А почему это теперь скелет здесь? Потому что я его убил? Странно. Так, ну, давайте, думаю, начинать с этого. Мы любим... Багряна его зовут. Моя любовь, моя невеста. Мое сердце разбито, ибо ее красный череп утерян. О, как я мечтаю снова увидеть ее багровое лицо. Если случайно найдешь красный череп, пусть даже сотню таких черепов, то умоляю, пожалуйста, принеси их мне. А заметим, разные рыцари хоть внизу. В прошлой жизни я охотился за редкостями. Но я дал бы их все, лишь бы снова увидеть свою любовь. И самураи. Уверен, они тебя заинтересуют. То есть черепа это как валюта. Метательный серп. Запускает серп бумеранг. Коготь ужаса. Нанесите мощный удар в ближний бою. Волевой череп. Схватите этот череп, чтобы пополнить запасы воли. Ну, по сути... Блин. Ну, считайте, это при убийстве, скорее всего, высвобождает душу врага. Я могу с помощью этого доп от хила. Ха, редкость хорошо охраняется. Я могу провести тебя туда, но назад тебе придется пробираться в бою с боем. Стоп. Так, мы еще за каждый будем... Нифига себе. Похоже, здесь не... наложено проклятие. Боюсь, твоя коса здесь не поможет. Ты справишься... Справишься? Почему? А, ты спрашиваешь, почему? Прости, я древний скелет... Древний секрет скелетов перегруппируется впереди. Будь осторожен. От смерти не уйти. Волевой череп. Нажмите 3, схватить этот череп, чтобы пополнить запас. Меня ван... Фу, хотя бы меня не ваншотит. Смотрите, у нас и новые враги появились, пауки эти. А их, кажется, аж не было, да, до этого? Отлично. Полный вперед. А, я думаю, что меня ваншотнуло, у меня хп не было. Это редкость, не бросай безделушка, используй с умом. А я-то думаю, что меня ваншотнули. У меня, оказывается, хп не было. Мое сердце остывает, я нашел новые редкости. А если у тебя есть красный череп? Да, я куплю когти. Да. Ах, эта редкость хорошо охраняется. Так, давай, погнали. Эта зона тоже проклята. Ступай осторожно. Нажмите 3, нанести мощный удар в ближнем бою. С помощью когтей можно немножечко вперед продвигаться. Отлично, полный вперед. Это мы уже выяснили.
Это редкостный просто безделушка. Так, ну, на самом деле, я не знаю, лучше, конечно, черепок, потому что он будет в основном мне хп. Призрачный резерв. Или давай, я не знаю, шнецом его назвать, или приз... Эти существа собираются вокруг сосуда, отмеченного накидкой. Быть может, стоит сделать подношение? Предложить 800 золотых? Нет. Пустая трата времени и денег. Мисси. Привет, мой смертельный друг. С возвращением. Если нечаянно пропустишь сундуки плазмы, я могу вызвать их содержимое сюда. Только, понимаешь, расходы нужно золото. Доставка плазмы обходится недешево. Идет ли речь о воле или тьме? Мне нечего тебя продать, ты такой щепетильный дружок. Но может я все-таки смогу помочь? Посмотрим. Плазма тьмы... Если вы в часовой башне, во взрыватории, или на дворе кровопийцы. И в любом новом месте ты обнаружишь только плазму воли. А, то есть, короче, если я буду все идеально собирать и искать, то... В принципе, она мне не нужна. А если же нет, я могу сюда приходить и забирать это. За определенную сумму. Блин, ладно, не, давайте я сначала все исследую, а потом уже будем тратиться, растрачиваться. Темный послушник. Аве, господин призрачный рыцарь. Вославим чародейку. Она доверила мне управление этим темным воротами. Пройдите в него и окажетесь где пожелаете. В мгновение ока. Подготовить зеркало для вашей отправки, господин. И сейчас. Блин, мне бы, конечно, такое, чтобы я мог делать рывок. Очень бы пригодилось. Нифига себе. А, подожди, это каждому я могу подойти и такому. Грифон. Этот фитобар. Уютное гнездышко. Если засуха замучает, заходи. Я выжимаю соки из лучшей падали в округе. Ага. То есть, по сути, проход лишь один. Ну, давайте, ладно, я заплачу. В сосуде еще осталось много места, но для начала неплохо. Типа это подношение. Костозвон. Это ты? Я видел, как ты шинковал всех на равнинах. Просто ух ты. С меня стаканчик сока. А это случаем я не его тоже зарубил? Ну, который зеленый был. Хотя, возможно, я их как раз буду искать, и они будут сюда приходить. Золотой страж. Невероятно. Я буду служить чародейке. Я трепещу от одной только мысли. Может, стоит придумать новый прием, чтобы выделяться на фоне этих умелых золотых стражей из станотопии. Так, а что это такое? Ну, ладно. Магический кристалл. Пикапу! Трикапу! Скорики! Марики! Твоя статистика открыта моему взорику. Парапитио, подъем минус. Идем со всем количество стен, на которые ты забрался.
Морбиум Ретрона. 5 столько раз ты погиб в битве. Хронологико, твои приключения продолжаются вот сколько. Разрезиум Ревокуриус. Количество проведенных ударов в прыжке. Какое могучее колдовство. Спасибо тебе, волшебное зеркало. Я не зеркало. Может, давайте сначала заполню тот, который снизу. Будем заполнять серьезно все по очередности. О. Назови свои намерения, отродье. Что такое? Нас рать. Типа его зовут рать, а типа нас зовут рать. Нас рать. Нам по душе твое золото, по душе твоя накидка. Прикоснись к ней. Новой силе, да. Накутаем тебя тьмой. Нифига себе. Это магазин предметов. Плащ милосердия. Вы не погибаете от ям и шипов, но теряете волю и тьму, погибая в бою. Вы теряете меньше золота. Слушайте, это очень выгодно. Ну, типа, я не умираю от ям и не шипов, но теряю волю и тьму. Ну, терять волю и... А подожди, я навсегда ее теряю? Скорее всего, я теряю одну ячейку воли и одну ячейку тьмы. Но взамен я и теряю меньше золота. Ну, слушай, на самом деле это очень выгодно, потому что... В основном смерть у меня происходит это от ям и шипов. Рельсовая кольчуга. Крутая накидка, удерживайте S при приземлении, чтобы проехаться по шипам. Как по рельсам. Ну, тогда это сбивает весь иммунитет... Ну, не знаю. Маните бойца. Удержите единицу для заряда. Отпустите для мощного взмаха косой. Но если я буду в основном всех атаковать с воздуха, то... Она вас навряд ли мне пригодится. Рисковая риза. Сломав точку сохранения, вы понизите максимум воли, но усилите атаку и восполните тьму до смерти в бою. Смотрите. Я ломаю сохранение, то есть я полностью ее теряю. Я увеличиваю. Я и при этом я еще понижаю себе максимум воли. Но усиливаю атаку. Короче, это если вы чисто очень осторожный игрок и вы являетесь магом. Спорно. Наверное, я бы такой не купил. Призрачный прикид. Вы выглядите величавее. И страшнее обычного, но без какого-либо эффекта. Блин, ну я даже не знаю, но здесь самое выхода на самом деле это... Это вот это. Я думаю, за 3500 это идеальная цена. И, наверное, я это прикуплю. Блин, жалко, что вот я пару раз умер, и теперь я потерял, считайте... А, так я могу и так забраться. Пойдемте хоть карту исследуем. А, то есть карты нету? Двор кровопийцы. Призрачный боец. Часовая башня, инженерный рыцарь. Замок славновый король рыцарь. Слушайте, ну... Двор кровопийц, это кровопийца, который я думал, враг вот это, помните, мини-босс был солнце. Оказывается, у него есть тоже свое логово. Но это последняя очередь, куда мы пойдем. Ну да, здесь черепов везде.
Ну слушайте, по цене можно понять сложность локации. Но если серьезно так подумать... А, я даже... Вон, картинки есть. Наверное, да. Давайте этого мы оставим на самый конец. На самый конец. А пока будем играться вот с этими. Ну, давайте последовательность тогда сделаем. Ну, мы всегда шли сразу на короля-рыцаря. Потом после короля-рыцаря мы шли сюда. Короче, это по-любому будет следующий наш противник, потому что он слабый. Ах да, равнины. Вижу, вы нашли черного рыцаря. Но есть ли там другие сокровища? Блин, я вот сомневаюсь, что дальше. Но здесь мне по-любому нужен костюм, тогда будешь против шипов. Но это самое безопасное. Здесь скользящая территория, и здесь может быть саморазрушение платформы. Хотя вот смотрите, в чем какой вот раз и прикол. Если я куплю себе броню, я могу без каких-либо трудностей идти на этого противника. Идти на этого вообще можно пойти сразу же, потому что там шипастая территория в основном. И в основном его даже вот, так сказать... Босс территория тоже вся шипах. Хотя могут сделать иначе, как с первым. Потом, наверное, сюда затерянный город, потому что тут в основном огонь и лава. Здесь ничего страшного нету. Как в принципе и здесь. Но здесь очень много ям. Короче, сначала куплю костюм, потом уже буду сюда. Пойду сначала сюда. Сюда, сюда, ну и понятно, тот последний. Ладно, давайте тогда, думаю, на этом мы с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока.